Всем привет, новое видео. Смотрите, толкач. Такой аппарат. Так, я сажусь. Руль, кнопка стоп аварийная, газ. Сейчас едем. Даем газа. Снега почти метр. Какой же остается след сзади? Вот он. Видите? Скорость хорошая. Дальше даем газу. Двигатель 6,5 лошадей. Вообще не чувствует меня. Везет троих человек легко. Огонь! Зима, красота. Получается, у нас что уже? Конец января, вот столько снега у нас. Видите, сколько намело здесь, и трактора нагребают. Такие сугробища. Вот вчера на снегоходе тут гонял. Цена 70 тысяч. Вот получается. Передним корыто, получается, он делает себе дорогу, видите? За счет этого гусеница легко идет, экономичный бензин не тонет. Видите, она как чуть поднята. Каток у нас сзади специально на заводе делаем утоплен. Чтобы была высокая проходимость. Лучше снегохода, лучше мотособаки любой. Легкость, дешевизна, экономичность. Этого бака хватает на 2 дня. 5 литров бак на 2 дня хватает. А на снегоходе 30 литров на полдня. На Буране там или на японском, или на канадском. И вид красивый. Сюда можно что-то положить. Сделан сзади еще фаркоп у нас. Видите, фаркоп. Можно зацепить одни сани, вторые сани. Сюда груз положить. И на рыбалку, на охоту. Или просто на активный отдых. Так что так. Обращайтесь в магазин Амич. Вот магазин наш Амич. В Челтаке, Кыштовка, Южная 26 адрес. Там вон заправка Газпром. И сразу сюда в магазин. Телефон 8-913. 0,14-85-20. Рассрочка до 6 месяцев. Кредит до 2 лет, пожалуйста. Оформление кредита 15 минут. Рассрочка 5 минут. Гарантия на технику 6 месяцев. Двигателя эти мотоблоковские, они неубиваемые. Сцепление в масляной ванне неубиваемое. Здесь получается гусеница в катке неубиваемая. Все бурановское. И цепная передача. Вот она цепь. Сейчас покажу. Элементарно и просто. 70 тысяч, 65 лошадей. Больше лошадей не надо. 11, 12, 15, они тонут. Мотор тяжелый, этот легкий. 6,5, это как ЗИД. Помните, раньше был ЗИД? Только ЗИД был здоровый, он таскал две копны. А этот маленький. Вот, видите, какой? Почти не тонет. Провал у него всего лишь сантиметров где-то 15 идет снег. И все, он всплывает. Вот сколько снега, сейчас покажу. О, вот мое колено. Сейчас тут копаю. Вот, там еще чурым. Вот она, там земля. Получается, вот блок и полностью у меня уходит, видите? Сейчас еще мальчишки по лесу видео снимут.